Всем привет! Тайный вход в Шамбалу. Это канал Туманов Плей, с вами я, Владимир, мы играем... Да. ...в Дрейка и Путь Шамбала. Я тоже. Мы нашли с Леной, наконец-то нашли вход. Продолжай искать. Давай, ищи, Лена. Быть подсказка. Ты уверен, что это здесь? Ну куда, а куда еще? Просто не видим. Так, что-то повернуть надо, смотри. Еще есть? Вон еще на стене, смотри. Так, стоп, ну тогда мы вниз поворачивали, может этот тоже вот, наверное, вот это тоже надо вниз повернуть. Есть. Точно. Что? Смотри. Не знаю, вон шар, смотри, я чё, я сам в первый раз здесь, Лен, ты чё, блин? Земной шар, походу, ну, правда, чё-то на землю не похоже. Чё такое опять там? Брось пушку. Быстро. Чувак пришел какой-то. Опа, 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 вы чё, ребята? О, Лазаревич. Мне стоило убить тебя, когда была возможность. Ничего, мы это поправим. Назад! О, спусти курок, милая, и тебе конец. Ты откроешь мне путь в Шамбалу. Пошел ты. Чё это я тебе должен открыть-то, блин? Пошел нафиг. Ты ведь изучал историю, правда, Дрейк? Прочел пару книг. Чингисхан, Гитлер, Сталин, Пол Пот, величайшие правители. Знаешь, как они обрели власть? Расскажи, не томи. У них хватало духу сделать то, что не смел. Ты чё, блин? Нифига ему вообще на людей, пофиг этому Лазаревичу. Удел слабых. Ну, хватит. Чёрт, пошло не так что-то. Бросайте оружие! Эй, хорош, хорош, ты чё, не кипишуй, братан, ты чё? Все, сейчас решим, нормально все. Лен, бросай, лучше бросай, он вообще, смотри, какой-то злой. Ты испытал мою волю. Мой черед испытать твою. Можешь убить нас, тебе это не поможет. Но он-то мне нужен. А ты... Тронешь ее, и я ничего не скажу. В таком случае мы зашли в тупик. Тогда поставим на доску еще пешку. Ты шахматист, ё-моё. Идите ее. Хлою привели. Начинается, блин, теперь. Не трогай меня. Так, одна будет назиданием, а вторая стимулом к сотрудничеству. Выбирай. Не вздумай, Нейт. Не играй по его правилам. Нужна моя помощь, отпусти их. Я не стану торговаться. Кем ты пожертвуешь? Кого спасёшь? Блин, всех, попаду, обоих спасут, и чё, не трогай никого. Слушай, хватит. К черту мелодраму. Я сделаю, что скажешь. Спокойно. Такие кипишнули сразу. Сейчас все сделаем, подожди. Ты, табаки, дай зажигалку. Сейчас подожжем эту смолу, и все, вы, ребята, все увидите. Я вам покажу фокус. Все дело в синей смоле, все сразу посинело все помещение. Ну, видал, какая красотища-то, а? Дрейк сам не ожидал, доволен такой вообще, блин. Ну, не, правильно, мы ходили, искали столько это. Шамбалу эту. Сейчас откроемся. Попадем в Шамбалу. А, ну вон треугольничек, давай. Сейчас. Кинжал, как всегда. Опа! Проткнул что-то. Нифига, стены поехали. Вот кто-то замутил же такую штуку, да? Вообще клево. Видал, да? Пойдем. Это что?
Да я чё, откуда знаю, да? Откуда знаю? Найди другой путь и поправь всё! А? Он идёт с тобой. Может, хоть так ты выполнишь задачу? Пошёл нафиг, я с ним не пойду точно. Крейг, не делай глупостей. Ну ладно, постараюсь не глупить. Пошли. Мы чё, походу, сейчас с Флином с этим пойдём? Отлично, пошли. Не, ты меня руками-то не трогай, толкаешься тут. Ах ты двуличный сукин сын. Да, у меня были хорошие учителя. Пошли. Пошли. После вот, вас. Сокровище, подожди, заберу. Да, кто с пушкой, тот и прав. Жаба какая-то. Так. Не уходи далеко. Не отставай. Походу вниз. Не отставать, я иду прямо за тобой. Давай не отставай, блин. Дурачок. Стой. Подожди. А, я его еще и подсадить должен, да? Пистолет? И как тебя Лазаревич еще не убил? Подсади, приятель. Вот так. Давай, лезь. Осторожно, камнепад. Ты там поаккуратней, блин. Мешает пройти? Сбрасываешь. Рад, что тебе весело. Не, ну он тут сильный. Опа. Класс. А я как должен, по-твоему? В чем дело? Не доверяешь мне? Хочешь, чтобы я тебе на руку прыгнул, что ли? Не, чувак. Ладно, была не была. Оп. Видишь, тебе стоило бы доверять мне. Вот так. Хер знает, ты меня с самого начала швырнул еще в начале игры. Доверять тебе, блин. Пинается еще козел. Ладно, ладно, я тебе припомню потом. Надеюсь, ты не заведешь меня в тупик. Я тебе не Иван Сусанин, понял? А ты не боишься, что пузо застрянет? Пошел вон, ты че? Сам жирный, блин. Пузо застрянет. Ты где сам там лезешь-то вообще? Так, давай, толкаем. Помоги сдвинуть. Так, точно. Давай вдвоем сейчас столкнем ее. Ну, давай сильнее, что, не ел каши, что ли? Давай быстрее толкай. Ну, дружно. Во. Старые времена, да? Ты старые времена, блин, предатель. Так, а что, куда идти-то дальше? Ага, вот, поползли дальше. Давай, пошли. Вон телега какая-то. Тащили туда тележку. Да я откуда знаю? Плевать, главное подняться в гору. Прямо как Стоунхендж, да? Нет, помоги мне. О. Толкаем, толкаем, толкаем. Все, на телегу и попрыгали дальше. Ну давай, кисельная барышня. О, какие-то черепа тут вообще. Статуя твоей мамы, блин, нифига он. Пошутил, так сказать. А куда дальше? А, вот. Ага. Так, а мы вон нам надо развернуть как-то, чтобы все прошли, типа. О, смотри, это твое эго в натуральную величину. Эго в натуральную величину. Пошли, чувак. Оп. Надеюсь, ты допрыгнешь сам. Если ты помоги сможешь, себе, то я смогу. Могу. Ой, помоги, помоги. Помоги, сам лезь давай. Оп. Дверь тут, пошли дверь откроем. Ладно, пора открывать. Там дверь, еще одна дверь. Да, давай вторую дверь будем открывать. Ладно. Так, а чё? Так что мы должны сделать? Что? Подожди здесь. Как обычно, положись на меня. Ну что? Давай надо покрутить, что? Наверное, чё? Что? А, ничего не работает, да? Я их узнаю. Какие символы? Чё за символы-то? Где ты... А, надо почитать журнал, подожди, какие там символы? А всё закончилось тут. Подожди, чё... Дракон. Это мы проходили. Дальше туда тоже я, по-моему, листал все.
Подожди, вот здесь может что-то. Ну-ка, стоп. А, ну мы символы там до этого выставляли, получается. А, стоп, вот, все, я нашел, смотри. Все, я понял. Короче, две картинки, внизу вот какие-то ромбики или что, вот оно нарисовано, вот где я подошел, получается, раз. А там вот этот шар какой-то огненный. Два, и надо, значит, выставить. Ну, погнали. Надо символы поставить. Подожди, что-то так все крупно, блин. Так, что там должно быть? Это мы куда? На шар залезли. Так. Запоминаем, короче, один символ. Второй чуть похожий на него. И третий сверху. Точка такая. Короче, ладно, все. Сейчас покручу, попробую найти их. Большие цилиндры. А, стоп, так вот он стоял, по-моему, нет? Ну-ка, верни обратно. Скука, не можешь поживее? Да иди ты нахрен поживее, блин. Тут я разобраться надо с загадкой. А кстати, первый символ-то стоит. Афинет, какой нужен? Мы же не хотим разозлить Лазаревича. Ай, да не крути, верни обратно. Не крути, все, хорош. Давай второй. Второй похож на первый. Только... не такой немножко, да. Немножко измененный, сейчас найдем. Так. А, вот, вот он такой вот какой-то был. Все, хорош. А третий... Ай, блин, в обратную сторону надо было. С такой пимпочкой наверху. Ну, да, давай крути быстрее. Вот, вот это, по-моему. Ну-ка, давай проверим сейчас. Отходи. Ну, наверное, он похож, да? Похож. Все. А там... хорош, не крути ничего. Все, отходи, отходи, я тебе не просил. Там другие символы. И потом что-то, наверное, откроется. Так, здесь у нас какие символы-то? Первый, по-моему, такой стоит, с пимпочкой наверху. Потом какая-то штука такая в виде ашки, что ли, или что-то непонятное. И третий, здоровый символ. Так, ладно, давай пробуем. Вот здоровый символ, кстати, стоит здесь. А, вот он в конце стоит, все правильно, он стоит. Здесь, так, с плямбочкой, ну-ка, подожди-ка. Все, этот правильно, по-моему, стоит, да. Вот этот средний надо поменять. Так, а что там было-то, я забыл. Так, эти были на той стороне, эти ненужные символы. Этот тоже там. Этот первый стоит. Вот, типа ашки. Вот, вот такой должен. Во, все, получилось, ништяк. Давай, займись лучше. Давай, покрути. Ну-ка, покрути-ка. Помогай быстрей. Нам надо что, муки намолоть? Какая мука? Ты чё? Готово. Да, вода. Вода, вода. Ну, вода что-нибудь опять что-нибудь откроет, как в тот раз. Что-то заработало, закрутилось. Ну вот, все, мы восстановили мост этот. Хорош. Слушай, эти звери опять прискакали. Блин, мне нужен пистолет, дай пистолет, быстрей. Ладно, держи. Спасибо. А, отвали. Хорош, вы чё? Стоп, меня не трогай, дай-ка я увернусь. Блин, а я с ними в тот раз с пистолетом-то нифига же не справился, по-моему. Хорош. Отдайте отмахаться от них. Иди нафиг. Прибил меня. Почти прибил, я еще жив. Быстрее, беги отсюда. Беги, Грейк, беги.
Ну их нафиг, я пока побегаю просто. Да идите нафиг, а! Чё он меня постоянно хватает-то? Ну-ка, я сейчас пострелять попробую в него. Ой, сейчас прибьет. А если я наверх залезу от них, а? Во, я отсюда буду сейчас отстреливаться. Так. Ой, не трогай! Блин, он меня сейчас прибьет. Так, чё, подожди, нет. Назад. Блин, ты пальнул, что ли? А, Лазаревич пришел, нифига себе. Мы, короче, не могли вдвоем с ними справиться, а он один пришел, всех раскидал. С двухстволкой. Что это за твари? Я откуда знаю. Что? Нифига себе, это что, люди, что ли? Пугало. Страж запретного пути. Весьма впечатляющее пугало. Лазаревич. Офигеть. Я все сделал. Отпусти их. Опять торгуешься. Но ты раскрыл карты и проиграл. В смысле, я вот все реально сделал. Ты что? Давай отпускай нет, нас. Нет, не сейчас. Я хочу, чтобы он увидел Шамбалу. И умер, зная, что я отобрал у него. Покажи мне Шамбалу, чувак. Ну давайте, мы всю игру шли ради этой Шамбалы. Хоть посмотрим, что за Шамбала там. Ну, ярко, красиво там, наверное, сейчас будет. Ну-ка, покажите быстро нам Шамбалу. А чё, так нельзя было подобраться больше никак к этой Шамбале, что ли? Ну, красиво так-то, город красивый. В горах. Ну, прикольно, да. И чё? Он меня сейчас просто убьет и всё, да? Пора. Ты уже слишком давно путаешься у меня под ногами. На колени! Эй, Зора, был уговор. Не прощаю предателей. А, ну раз ты сам знаешь, как найти камень, значит обойдешься без меня. Понял. Хорош, не трогай никого, хотим тоже побродить по Шамбале. Спасибо. Походить. На колени! Эй, вы чё? Опа! Что это? Кто-то еще пришел, прикинь. О, нифига, какие-то монстры тоже. Вот это да, вот это поворот событий. Хлоя, ты с нами, нет или чё? Или так ты будешь предательницей? Офигеть, они мощные, смотри какие. Быстро на мост. Все нормально? Все нормально, конечно. Опа, разрушенный рай. Поиграем в следующей серии, ребята. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк видосику и до следующей встречи. Все, всем пока. Все, осторожно.